Здравствуйте, коллеги. Я вот думала, как назвать эту презентацию нашу с вами, посвященную такой замечательной книжке, и предлагаю назвать ее «Пространство принцесс». Почему «Пространство принцесс»? Потому что понятно, что у нас никогда не бывает, даже если наши дети не любят, вот мои дети не любили очень принцесс, и даже если они не любят этих принцесс, то все принцессы окружают нас на протяжении жизни. И вот, как мы сейчас с вами увидим, их очень много. Я взяла вот три первые попавшиеся книжки. «Королевский дворец», ну понятно, что раз «Королевский дворец», то принцессы. «Гранд-отель» — это тоже место, где они часто достаточно встречаются. Вот, и просто архитектурное такое обрамление существования принцесс. И вот у меня была старая книга, она мне очень нравилась, потому что таких красивых книг в 70-е годы было просто пересчитать. В основном они издавались где-то в Сербии или в Сербо-Хорватии. Ну, то есть, во всяком случае, как вы видите, язык у нас такой сербо-хорватский, но, как мне лично кажется, лично я так думаю. Вот. Но принцессы там действительно красивые. Но не только эти принцессы окружают нас всю жизнь. Наших детей нас окружают. Так, чего-то у меня нет. Так. Сейчас. У нас немножечко, да, вот. Вот целое море принцесс диснеевских. И только диснеевских, вы же понимаете, что это тоже. То есть наших детей, нас, как бы наших родителей окружает так называемое пространство принцесс, где принцессы присутствуют в любом виде. Они присутствуют в сказочном виде. Они присутствуют в виде вот таких, как бы, каждый день навязанных нами, вроде уже до уровня члена семьи, значит, разных моделей поведения этих принцесс. Поэтому та книга, которую я хочу вам сейчас показать, или серия книг, вот, которые мы видим перед собой, она как бы является естественным продолжением оценки, значит, поведения принцессы, ее социального статуса вокруг нас. И мы понимаем прекрасно, что принцессы бывают капризные, принцессы бывают манерные, принцессы бывают дуры, принцессы бывают умницы, принцессы бывают красавицы. Правда, один мой знакомый как-то сказал, разве может быть японская принцесса не красавицей? То есть предполагается, что если ты принцесса, и даже черты твоего лица уродливы, все равно ты красавица уже просто по статусу принцессы. Но тем не менее, вот чем интересна та книга, которую я вам сейчас представляю. Ну, как большая часть остальных книг, она, конечно же, не одна, и это целая серия книг. Но, наверное, главная ее особенность в том, что эта книга начинает с собой, как бы я бы даже сформулировала, таким образом движение против социальной безответственности. Социальная безответственность – это то, что пронизывает все наше общество. И, кстати сказать, да-да, с нашего молчаливого попустительства эта социальная безответственность означает только одно. Если ты 2-3 раза мелькнула на телеэкране, значит, тебе все можно. Ты можешь хамить безнаказанно любому. Ты можешь высказывать свои мысли, которые засоряют атмосферу, потому что это, как правило, дурные мысли. То есть ты способен делать все, что угодно. И мы все почему-то на это соглашаемся. Для меня это просто какая-то загадка. Потому что я не считаю, что японская принцесса красива вообще. Она и красиво ее делают только ее поступки. А вот за поступками и вот за этой расхлябанностью, которую мы несем на улице, и мы очень мало следим. В чем же суть этой книги? Она с первых страниц уже адресна.
Вот мы видим на развороте, что это не просто книга про принцесс, которая вот лежит у нас в библиотеке или в детском саду, в библиотеке детского сада. Она адресована совершенно конкретному человечку, совершенно конкретной принцессе, которая либо А умеет себя вести в соответствии со своим статусом, либо не умеет себя вести, независимо от своего статуса. Посмотрим, как предполагается, что такое настоящее. И эту систему, правильно или неправильно ведет себя принцесса, автор книги вводит через систему оценок, естественно. Вот раньше Даша на улице вела себя просто безобразно. Да? Значит, это было очень некрасиво, и мы понимаем, что Даша себя вела не как принцесса, да? То есть она допускала социальную безответственность, что для принцессы невозможно. А теперь Даша прекрасная принцесса. Она приветлива, деликатна и вежлива. Мы видим сочетание слов, даже вовсе не непривычное для нашей действительности в терминах «деликатно» и «вежливо» мы в последнее время очень-очень мало тренируемся. И ее любимое слово «здравствуйте», то есть рисуется совершенно другой образ принцессы, потому что вот было бы любопытно посмотреть, как мы с вами, как наши дети оценивают, кто такая принцесса, да? Какие характеристики должна иметь принцесса, как она себя должна вести, чтобы мы сказали, да. Вот как помните в сказке про семь богатырей? Вмиг по речи те прознали, что царевну принимали. Да? То есть это уже было понятно по речи, по деликатной, вежливой и обходительной речи. Значит, и вот каждая страница она, этой книги, она нам рассказывает о том пути, который прошла Даша, чтобы стать вежливой. Да? Следующее тоже рассказывает о времени, что когда-то Даша была не очень вежливой, она никогда не говорила в магазине «добрый день, пожалуйста и спасибо». Превратившись в прекрасную принцессу, Даша всегда любезно улыбается продавщице, которая восхищается ее хорошими манерами. Ну, как бы рисунки здесь заставляют желать и рисуют, конечно, сильно манерную девочку, но тем не менее нельзя же достигнуть все сразу. Невозможно начинать заниматься социальным противодействием, да, то есть учить детей вести себя социально ответственно и вот прям так сразу. Наверное, это очень сложно. И дальше рассказывается вот на протяжении там 12 страниц различные, значит, как Даша изменилась. Но мы понимаем прекрасно, что Даша меняется не только сама, Даша меняется и отношение окружающих Даши, ну, к Даше. Ну, например, если Даша хочет перед вашим носом захлопнуть дверь, вы относитесь к Даше по одному. Очень часто у детей вот эта вот цепочка последствий от произведенных поступков не отслеживается. И, собственно говоря, вот эта книга, она начинает, особенно если не просто ее прочитать, а еще и обсудить каждый эпизод, что изменилось в поведении Даши, что изменилось в поведении окружающих, то вот эта вот социальная норма, она будет нарабатываться, что мне представляется очень важно. Вот смотрите, да, например, раньше Даша очень некрасиво вела себя с гостями. Она не здоровалась с ними и не прощалась, а вместо этого смотрела телевизор, развалившись в кресле. Теперь Даша прекрасная принцесса. Она всегда выключает телевизор, бежит навстречу тете и радостно обнимает двоюродного брата. То
есть мы понимаем, что в Даше действительно произошли серьезные изменения. И, наконец, завершает Даша на преобразование то, что она поняла, что была очень непослушной и невежливой девочкой, что она вела себя некрасиво. То есть фактически мы переходим от примеров некрасивого поведения к осознанию некрасивого поведения. И в этом смысле эта книжечка всего лишь там на 24 странички, вот она как выглядит, она очень маленькая, да, и, собственно, непритязательная. Но, тем не менее, вот на ней разобрана модель социально-ответственного поведения, которое меняет как бы жизнь ребенка к лучшему. Да? Это в этом смысле книга очень важная, в том смысле, что она позволяет обратить внимание ребенка на модели поведения, которые приводят к несчастью, то есть и, строго говоря, к травле, потому что мы понимаем, что когда среди нас есть такая девочка, которая всех раздражает, то, к сожалению, травля не заставляет себя долго ждать. Не потому что она, и в данном случае я совершенно не собираюсь вам доказывать, что как бы жертва всегда виновата. Нет, это очень большая ошибка, к сожалению, на которой строятся во многом некоторые наши педагогические приемы и принципы. Да? Но, тем не менее, здесь заложены механизмы, которыми мы можем привлечь внимание ребенка для того, чтобы скорректировать модель социальной безответственности. И когда мы с вами прекрасно доходим до конца этой книги, мы видим, что у нас здесь есть большой сюрприз. И этот сюрприз – это грамота, в которой нужно обязательно, видите, вот здесь, грамота в данном случае за вежливость. А существуют грамоты, как и различные книжечки из этой серии, не только за вежливость. Давайте посмотрим, какие здесь у нас еще. А, нет, здесь вот в основном только за вежливость. Что, наверное, можно было бы и расширить. И не только за вежливость, да, а вот фактически за каждый поступок, который преодолен. И писать не только за вежливость, а вот конкретно. За здравствуйте, за спасибо. Я понимаю, что, наверное, я тут, по-видимому... А, меня просто, да, меня переключили, да, видно всем... Значит, можно это вырезать, сюда можно наклеить фотографию, можно сделать несколько таких грамот, отксерить и сделать другие грамоты. Но мы видим, если посмотрим на оборот этой книжечки, мы с вами увидим, что есть еще несколько вариантов. Не только как Даша стала вежливой, но и как Даша научилась дружить, как Даша стала аккуратной, и как Даша перестала капризничать, как Даша перестала завидовать. То есть фактически мы понимаем, что с работой над этой книжечкой Даше пришлось очень сильно, и Дашиным родителям, там, Дашиной маме или Дашиным подругам, если она с подругами читала эту книжечку, да, или Дашиной воспитательнице, пришлось пройти очень большой путь. И, в общем-то, очень неплохой путь. Потому что, конечно, социальную безответственность и наше моральное попустительство любой шишки, которая, значит, это самое, дважды показалась на телевидении и считает, что она вправе, мы должны создавать социальную зону социальной ответственности и в сердцах наших воспитанников, и самим понимать, что так мы просто наш путь в темноту, если мы будем все время поощрять антисоциальное поведение людей ничем как бы не заслуживших. То есть не то, что не заслуживших, нельзя заслужить антисоциальное разрешение на антисоциальное поведение, аморальное поведение. Вот поэтому мне эта книга представляется чрезвычайно важной.
И я жалею, что когда вот мои детишки росли, мои внуки, я имею в виду, росли, такой книжечки не было. Это время таких книжечек пришло только сейчас. И это очень важные и нужные книжечки, и нам на них нужно сосредоточиться. Потому что эта книга не о принцессе. Это книга о том, насколько мы готовы попустительствовать антисоциальному поведению. Вот. И поэтому вот желаю просто поближе познакомиться с этой книжечкой. Ее, я так понимаю, можно, собственно говоря, купить у нас. Я думаю, что ее можно купить, собственно говоря, в любом другом книжном центре, магазине, сделать какой-то заказ и познакомиться с ней поближе. Но всегда помнить, что эта книга не о принцессе. Это книга о том, насколько мы готовы терпеть вокруг себя антисоциальное поведение. Спасибо большое. Вот вы меня все правильно услышали. И, соответственно, мы будем вместе с вами стараться прекратить то, что нас раздражает в жизни. Спасибо. До встречи.